Традиционная завершающая годовой цикл мероприятий «Прямая телефонная линия» проходила на протяжении 3 часов. Как правило, на связи председатели раз в квартал, а заведующие нотариальными конторами раз в месяц. Практика проведения прямых линий пользуется особым спросом у жителей, однако нотариусы отмечают, у них в кабинетах тихо и спокойно практически не бывает никогда. Не только в дни проведения вот таких прямых телефонных линий, а в общем-то в любое время мы доступны, мы отвечаем на вопросы, поэтому нет здесь никаких проблем получить всю информацию, которая необходима. Актуальные вопросы, они для каждого свои. То есть у нас сфера наследственных прав, сфера распоряжения имуществом, завещания, доверенности. Вот эти все вопросы у каждого свои, но в общем, по большому счету, все эти вопросы задаются. В плане осуществления нотариальной деятельности, доступности и качества нотариального обслуживания 2018 год выдался успешным. Неразрешенных вопросов сегодня нет. Отличился уходящий год открытием новой нотариальной конторы на улице Московской. Сегодня в Бресте работает порядка 25 специалистов права. В среднем нотариус совершает около 120 действий. Для улучшения работы и удобства граждан с начала 2018 были приняты некоторые изменения. У нас есть реестр отмененных доверенностей. То есть, если гражданин получил доверенность, он может проверить, отменена она или нет. Это первое. Во-вторых, у нас ведется реестр наследственных дел. То есть, можно проверить, открывалось ли наследственное дело. Потому что для удобства граждан у нас 1 января 2018 года наследство ведется любым нотариусом города Бреста. Вот. То есть, если раньше была такая вот привязка к району проживания умершего, то на сегодняшний день любой нотариус может открыть наследственное дело после граждан, которые умерли с 1 января 2018 года. В компетенцию специалиста входит немало вопросов. Помимо общеизвестных, таких как удостоверение сделок и завещаний, ведение наследственных дел и заключение брачных договоров, сегодня нотариусы оказывают услуги в области обеспечения письменных доказательств для рассмотрения дел в суде. Занимается так называемой медиацией, внесудебным решением в спорах.